Хотя, кстати, режиссер мне такой говорит уже за кулисами, ну, концерт идет, вернее, начинается, он говорит, вы не будете расстраиваться, что вы после Ларисы Долиной поете? Я говорю, ну, неравные, конечно, весовые категории. Да-да, ну, уже ничего. Я говорю, конечно, ничего, ну, я больше популярен, чем она в авиации. Вот, да? Ну, так скромно. Ладно. Помню, на одном из концертов здесь, вот, пою-пою, и вдруг из зала раздается такой встревоженный голос. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Да, это годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Нет даже быть бы живу, столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич. Миль. Спасибо.